Как ты сказал, пляж называется? Пляж? Набережная Андрея Первозванного. Ага. Набережная Андрея Первозванного. Мы сейчас находимся на этом месте. Это новая набережная. Здесь много построено домов. Откуда эти камни? Это был раньше дикий берег. Дикий. Здесь не было ничего. Это было дно моря. Мелкие ракушечки падали, спрессовывались. Если к нему присмотришься, там иногда может быть отпечаток крови динозавра. Все эти древние животные. Сегодня море более-менее спокойное. Пошли памятнику теперь. Это памятник Андрею Первозданному. Вот какой высокий, большой и красивый памятник. Здесь красивая новая набережная, уже с утра так рано, уже много людей, машин. Вот это новые дома. Сегодня не солнечный день, пасмурный, но это очень хорошо, не жарко. Море спокойное. Даниэла, можешь ближе подойти к водичке? Это наше Черное море. Раньше здесь вообще был дикий берег.
Идем. Их охраняется. Да. Так они здесь, он вообще в конце. Ну, прямо снаружи их дома. А они уходят, значит, там еще охранник есть. Такие ворота у них, эти заборы такие здоровые. А сколько, например, такая дача или квартира стоит? Это не дача, это дома у них такие. Это ну, стоит, это... Ой, я даже трудно мне сказать. Нам направо. Трудно сказать. Дорого? Дорого, конечно, дорого. Но они их построили. За честные деньги не построишь. К сожалению, здесь сейчас такой строй. Что горы живут хорошо. Но это не значит, что дорого. А им на самом деле внутри тошно. Хотя они так вот прячутся за заборами всех. Тошно это значит. Ну не нравится. Не нравится. Я думаю, это у них как запасной вариант. У них все. Еще есть везде дома, везде живут они. Чего находят везде. Между собой, как пауки в банке, друг друга убивают. Боятся постоянно, что кто-то придет и потом у них отберет. Ну, есть такие люди. Они везде. Сейчас едем по новой дороге к пляжу Омега. Вот новых домов. Да, вон сколько много новых домов, сколько настроено. Ой-ой-ой, все это новые дома. Только недавно построенные. Ух, они оттуда бегут, эти две. Где мы были?